В Одинцовском округе завершен первый сезонный этап борьбы с распространением борщевика сосновского. Второй и третий этапы стартуют в Подмосковье 6 июня и 7 июля. Главная задача – не допустить цветения плодоношения этого растения. Наиболее известные методы уничтожения борщевика – механический, агротехнический и химический. В прошлом году в Одинцовском округе было уничтожено около 150 гектаров этого опасного и очень живучего сорняка.